Привет, друзья! Восьмиклассница, по вашим просьбам. Поехали! Записали. Дорогие друзья, сегодня по плану показываю в ля миноре, хотя оригинал в другой тональности, но минусовка вот эта мне понравилась от мумии и тролля, поэтому... И, кстати, для балалайки лучше вот эта тональность. Вот. Ну, ля минор, да? Как вы знаете, у нас поскольку ля и ми. Значит, показываю вступление, прямо как есть, и два варианта мелодии, да, несложный вариант интервалами и самый простой одним пальцем, как я сейчас сделал в первом куплете. Так, вступление у нас было такое. Ля минор, ми минор, да? Ля минор это у нас 3.05, да, вот, до ми ля и си ми ля, ми минор, ЕМ, АМ, ЕМ, да, для простоты. Вступление дальше было фа мажор, фа ля до, соль мажор, соль си ре. По припеву, кстати. Даем играть, пускай гитара там играет, солирует хорошо, прекрасно. До мажор 3.03, да. До мажор, С, та, ре, ля, а, м. Опять фа мажор, F, та, ра, да, соль, Г, и. Я взял вот эту мелодию из оригинала Цоя, где играют, помните, флажолетами. Вот, можете, кстати, или это играть, или вот эта мелодия. Значит, флажолеты. Ми, ля, ми, си, си. Ми, ля, ми, си, си. Вот. А здесь, значит, у нас как? Ля, ми, до, ля, соль. И аккорд. Опять ля, ми, до, ля. Ля, ми, до, ля, соль, си. Повторяется разное количество раз. Допустим, в первый раз один раз, второй раз два раза. И в третий раз опять один раз. Ну, в этой минусовке, да? И пошла мелодия. Значит, мелодия у нас строится на таких нотах. Ну, можно начать с соля-ля-ля, можно ми-ля, ми-ля-ля-ля. В общем, выбирайте сами, что нравится. Да? Значит, я первый раз сыграл приемом слайд или скольжение. Или ми. То есть миля или соля. Значит, так. Соля, соля, ля, 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 ми, ми, ми. Ми, до, 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 соль, соль, соль. Соля, ля, 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 соль. Фа, ми, ми. Опять ми, ля, 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 и ми, ми, ми.
до, 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 соль, 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 ля, 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 соль, фа, ми. Можно ре, ре, ми. Дальше фа мажор, фа, ля, до. Или так. Со, фа, ля, соль, фа, ми, ре. Господи, что я сказал? Фа, соль, фа, ми, ре. До, ре, ми, 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 ре, ми, до, ля. Опять фа, соль, фа, ми, ре. Соль мажор, соль си ре. И проигрыш пошел. Два раза. Или четыре, как вам угодно. И дальше можно опять миля, либо соля. В общем, мне больше нравится самому соля. Ну, в нотах вообще написано миля. Так, упрощенный вариант, его же я сыграл в третий раз. Как видите, просто играем квартами или колечком. Значит, показываю. Ми си. Ля ми. Фа, ми си. Опять. Теперь дальше. До. Соль. Соль. Ре. А вот здесь ля фа. И вниз поехали. Соль ми. Фа ре. Ми. До. Можно ре ми, а можно ми. Просто на месте. Опять. Ля. Ми. До, 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 соль. Опять ля фа. Фа, до, соль, фа, ми, ре, си. Ля, до, до, ре, ми, 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 ре, ми, до, ля. Например, да, припев. Фа, соль, фа, ми, ре. И опять пробуешь. В общем-то, для минусовки можете играть первый раз, потом интервалами, и третий раз опять вот этим слайдом. Такая штука получилась. Я пробовал разные варианты, пробовал просто. Но мне показалось, чего-то не хватает. И какую-то изюминку добавил, и получилась такая довольно интересная мелодия с презом. Да? Играется это ногтем. То есть ставите ноготь прямо на струну. И, в общем-то, интересная штука, да, получилась. Проигрыш показал, аккорды вначале показал. Для игры без аккомпанемента, без минусовки, достаточно сразу начать с проигрыша. Да? Играть уже по упрощенному варианту аккордами. Вот. В принципе, и в конце. И, например, флажолетик сыграть в конце. Такая штука получилась. Восьмиклассница, известная песня. И ставьте лайки, балалайки, пишите комментарии. Увидимся в следующих эпизодах. Пока.